Эта бригада работает на Чекмарева-13. Мягкая кровля давно требовала ремонта. Последний раз ее меняли 8 лет назад. Покрытие стало старым. В 2016 году проводился ремонт полностью, покрытие капитальный. Сейчас получается частичный. На сегодняшний день в Ленинске-Кузнецком работы ведутся на 185 многоквартирных домах, управляющей компанией УЕС ЖКУ. Общая площадь 2320 квадратных метров. После ремонта кровли появляются дополнительные работы. На каждом доме свой перечень. Парапет подделать, в некоторых местах кирпичную кладку подделать. Но это после уже завершения работ. Текущий ремонт крыш производится по заявкам жителей. Плюс традиционно комиссия проводит обследование, как правило, весной и осенью. Кроме мягкой кровли, на домах меняют шиферное и коньковое покрытие. Также в числе традиционных летних работ на многоквартирных домах – ремонт подъездов, входных групп, балконных плит. Анна Кириллова, Василий Обухов, РИА Ленинск.